Разберем, да, вы правы, мила, это само слово на иврите, имеет перевод на русский язык, переводится на русский как, или понимается в иврите тоже, как слово, мы как привыкли к слову, слово. И также сокращение от брит милы, ему сделали милу, это сделали ему брит милу, брит мила это обрезание. То есть получается действительно, есть как что-то общее в одном слове «мила». Есть и слово «слово» в переводе, и «обрезание» в переводе. Надо понять это. Это не случайно совершенно. И желательно, конечно, дать хорошее объяснение. Я постараюсь. Значит, начнем со слова. Единица, минимальная единица – получение мысли, записи мысли и прочее, это буквы, как мы знаем. Когда буквы сформированы в 2, 3, 4, 5, 6 букв, получается слово. Слово – это минимальная единица информации. Буква не несет информацию, если только не является принятым сокращением. Например, буква О – нет информации, буква И – нет информации. Но любое слово – как слово, слон – это информация, стол – информация, стул – информация. Это понятие, мы понимаем это, если мы знаем язык. Это минимальная единица информации. Она именно минимальная, потому что на самом деле, когда я произношу слово «стул», то информация очень маленькая. Где-то есть какой-то стул, или, может, я хочу рассказать о стуле, или, может, я вспоминаю о стуле. Пока еще непонятно. Но если я скажу, что комнате, в которой я записал уроки или вот ответы на вопросы для сайта еврей.ком, я сидел на стуле. Я мог сидеть на тумбе или стоять, но я сидел на стуле. Это уже больше информации. Так что стул с другими словами превращается во фразу. Стул – это минимальная информация. Все-таки понятно, что стул – это я знаю, о чем мы говорим. Но дальше расскажу, что или я сидел на стуле, или был хороший стул, или новый стул, или купили, или продали его, или он сломался, и так далее, и тому подобное. Это будет единица информации расширенной, называется предложением. Это основа основ изучения языка, понимания теории языкознания. Это фраза. Если фразы складываются, опять же, в какой-то порядок, то у нас получаются уже тексты, мысли. Единица, минимальная единица мысли это фраза. Когда есть фраза, может быть мысль, если только фраза не глупая или не случайно составлена. Через слово мысль не передашь, намек передашь. Как стул намекает на что? На разные вещи. Слово «вчера был куплен новый стул» – это уже информация. Есть единица информации. А можно составить несколько фраз, и тогда мы узнаем про этот стул намного больше, и так далее, и у нас будет некий блок. Из этих блоков тексты получаются. Это краткое введение, вот такое языкознание. На иврите слово «мила». Все. Теперь, и тоже не случайно, «мила» это слово. Значит, слово «мила», ивритском слове «мила», это, как мы уже помним, имеется уже некая информационная единица. Самая простая, самая первая только. И слово, как мы знаем, это несколько букв, кончается. Значит, слово должно иметь начало и конец, имеется конец, слово обрывается, обрезается, так сказать, поток из букв обрезается, получается слово. Дальше, как мы знаем, пробел, и опять будет поток из букв, из двух, трех, четырех, семи букв. Опять обрезается слово. И так получаются потоки информации. И так в слове «мила» мы уже видим и чувствуем, я так специально говорю, вы уже догадались, обрезание существует. Значит, мы уже имеем там обрезание. Теперь перейдем к обрезанию другому. Тоже «мила». Значит, «мила» – это завершение кожи на мужском органе завершается
И вот это вот завершение этой кожи, последняя часть кожи, называется мила. По еврейской традиции, по нашим законам, и как заповедь Всевышнего, вот это завершение, этот кожу в конце мужского органа надо обрезать, отрезать. Делать это специалист, и надо традиции наши, столько, сколько существует наш народ. Первый еврей в мире был Авраам, наш праотец. До Авраама не было евреев. И Авраам начал свою жизнь как еврея с того, что он сделал обрезание, при том, что ему было уже тогда много лет. Вот. Много лет, 99 лет. И когда ему было 100 лет, у него родился сын Ицхак. А в 99 лет он сделал себе обрезание. И в нашей традиции, поэтому, столько, сколько мы существуем, то есть 3700 лет, если более точно, примерно существуем 3700 лет, столько времени и у нас обрезание. По нашим законам это делается ребенку на 8-й день после рождения. Так оно в основном происходит. Если по какой-то причине еврей прожил без обрезания, потому что не мог сделать, не сделали, не знал, жил как не еврей и прочее, прочее, ему делают обрезание тогда, когда он осознает, что он хочет жить как еврей. Потому что без обрезания не может быть еврей. Или не еврей, который понимает, что он хочет прийти к евреям. И прошел все процессы обучения, приема и принятия его в геры. Гер — это не еврей, который стал евреем. Как предпоследний акт перехода в еврейство, если это мужчина, делается обрезание. Последнее — это окунание в специальный бассейн для мужчин и для женщин. Только после этого он становится евреем. Но перед этим мужчина делает обрезание в любом возрасте. Например, мне знаком случай, там был 76 лет. Человеку, который сделал гиюр, это то, что мне знаком, наверное, больше есть, но я знаком с человеком, который в 76 лет сделал обрезание. И очень много приходит в еврейство в возрасте 50 лет, 60 лет, 20, 30, 40 и так далее, и так далее. Всем делают обрезание, специальная процедура, именно обрезание крайней плоти, так это называют, так сложилось такое название. Называется брит мила, теперь уже поняли, от слова мила — это вот крайняя плоть, и она же подразумевает обрезание крайней плоти. Поэтому между обрезанием и понятием слова есть общность, а именно, что, напомню еще раз, что слово — это набор букв, обрезают, то есть завершают, дальше не продолжают, дальше будет другое слово. Поэтому слово мила означает точный, выверенный, обрезанный поток букв. Будь то список букв, будь то две буквы, или пять букв, или семь букв. Это мила, слово. Вы уже поняли как. И брит мила тоже поняли как. Попутно скажем, почему называется брит мила. На иврите другие слова и глаголы, чтобы и даже использовать другие глаголы. Брит мила — это понятие. А вот обрезание — это другое слово. Но понятие обрезания называется брит-мила. Слово брит – это союз. Союз еврея со Всевышним, его внешний признак на теле – это обрезание крайней плоти. Это как бы признак союза, что мы вместе с ним, а он с нами. Он так повелел, мы это делаем, и на теле у нас знак этого различия. Этим отличается еврей от нееврея. И, кстати, попутно скажем, по ряду причин мусульмане ввели в свою традицию, ислам возник 1300 лет тому назад, через 2000 лет после наших традиций, но это сейчас не важно, у нас нет соревнований, но обрезание мусульман не совсем такое, как у нас, поэтому мусульманин в нашей традиции не считается обрезанным как следует. Если он, мусульманин, перейдет в еврейство, станет евреем, ему надо будет какую-то микроскопическую завершающую процедуру сделать. В детали не входим, но чтобы все понимали, что просто так мусульманин не называется у нас обрезанным, нужно еще завершить эту процедуру. У него она не совсем завершена.
Еще скажем про Брит-Милу, значит, как на восьмой день после рождения. Почему именно на восьмой день? Тоже интересно, немножко связано с вашим вопросом. Наша жизнь определяется 6000 лет. Это жизнь еврейского народа и всего мира. Мы должны завершить материальную сторону жизни за 6000 лет. Кстати, осталось всего лишь 200 лет, не так уж много. 6 дней у нас рабочие дни. 7-й день – суббота. Особый день совершенно. 6000 лет – это наша жизнь, которую мы с вами знаем. 7-е тысячелетие – другое будет. А что потом? Потом будет 8-е тысячелетие. Это уже, оно не связано с материальным миром, так как 7-е. 7-е будет связано. И в субботу действительно у нас есть субботние трапезы, есть какие-то дела, молитвы и прочее. Много дел материально, связанных с материальным миром. Мы не делаем в субботу, но что-то делаем на основе наших законов и традиций. 8-е это уже совсем надо. И вот символ Брит-Мила, это символ того, что завершается материальная сторона мира. Брит-Мила, 8-й день, символ 8-го тысячелетия. Над естественного, уходящего, уже убегающего от материального мира совсем. Это совсем другая жизнь, совсем другой мир. Символ этого Брит-Мила. Всего доброго, до свидания.